В центре Омска возле торгового центра «Миллениум» обрушился козырек строительного забора, огораживающего площадку известного в Омске долгостроя отеля «Мариот». Обрушение произошло из-за скопившегося снега, жестяная крыша просела под тяжестью. По словам очевидцев, за пару минут до произошедшего под козырьком проходили люди по счастливой случайности. Никто не пострадал. Объект был заморожен еще в 2008 году, но в конце прошлого его приобрел бывший вице-мэр Омска Евгений Фризоргер. Однако документы о приемке объекта у компании «Стройка» он еще не подписывал. Самой компании сообщили, что козырек давно кренился от тяжести снега, его планировали очистить и закрепить. Исправить ситуацию пообещали уже в ближайшие дни, но вот ограждение опасного объекта так и не выставили. А зря. Уже после обрушения пешеходы продолжают ходить под осевшим козырьком, видимо, полагая, что так все же безопаснее, чем вдоль проезжей части.